без строк с новостями, в которых отсутствуют анонсы. Две строки убрал. Их нет в новом датафрейме DF1. И теперь я могу применить оставленную ранее функцию лямбда с регулярными выражениями к столбцу AnnounceL в новом датафрейме. И вот, пожалуйста, что я нашел. Но в большинстве новостей паника не упоминается, поэтому для большинства строк датафрейма получились пустые списки. Всего в 23 новостях упоминается паника или ее производные. Но с пустыми списками бывает не очень удобно работать, поэтому я достраиваю функцию лямбда с регулярными выражениями, чтобы она сохраняла не пустой список, а ничего. Например, если я буду переносить в Excel, то если я сохраню ничего, то в Excel и будет ничего. А если я оставлю пустые списки, то там будут вот эти скобочки. Мне эти скобочки не нужны. Поэтому я прописываю условия внутри лямбды. Причем условие располагается после того, что должно выводиться, если условие выполняется. Это то, что должно выводиться, если условие выполняется. Вот само условие. То есть, то, что нашли регулярные выражения, не должно быть равно пустому списку. Если выполняется, то вот, пожалуйста, что оказывается выведено. Если же условие не выполняется, тогда ставится none. Сохраню все, что я сделал при помощи лямбды в новый столбик под названием паник. Чтобы посмотреть корреляцию между словами паника и производными и словами вирус и производными, мне нужен будет еще один столбик для паники и для вируса. Я назову его Panic Bin и Virus Bin. Bin от слова binary. В такие столбики я заношу единичку, если в анонсе встречается интересующее слово или его производные, и нолик, если не встречается.